Софии Самсоновой из Санкт-Петербурга всего 3 года. Но за детскими плечами уже несколько курсов химиотерапии, трансплантация костного мозга, удаление надпочечников. Диагноз грозный – нейробластома 4-й стадии. Сейчас малышке требуется иммунотерапия дорогостоящими препаратами. Сбором средств занимается благотворительный фонд «Искорки добра». Мы уже собрали больше 2 миллионов рублей. И вот хвостик сбора, там порядка 500 тысяч нам осталось собрать. Деньги на лекарства требуются уже совсем скоро. И в нашем городе организовали благотворительный концерт, идея которого принадлежит волонтеру фонда «Видновчанки» Миле Силе. Все собранные за вечер деньги будут переведены в пользу Софии. Меня тронуло то, что она хочет жить, это прям видно. Дети, они хоть и маленькие, но по ним уже видно по глазам, что они борются. Второй момент – ну, конечно, родители, как они любят и борются за это. И третье, наверное, то, что она девочка. Девочкам как-то такое нежное отношение. Захотелось ей помочь очень. И действительно, на встрече ощущалась настоящая атмосфера добра и самых искренних чувств. В зале собрались неравнодушные люди, пришли целыми семьями. Ведь вместе мы сила. Чужих детей не бывает, все свои. Мы пришли сюда, чтобы Сонечка выздоровела и все другие подопечные, также, которые нуждаются в нашей помощи, помочь, поддержать, чтобы они были здоровы. Привет, Сонь! Я тебе желаю, чтобы ты выздоровела. Для музыкантов принять участие в благотворительном концерте волнительно вдвойне. Каждая такая встреча, она может принести новую, ну не новую, а сохранить жизнь, которая дана была Богом. И сделать счастливым не только человека, который попал в трудную ситуацию, но и его близких, родных, родственников. Это гораздо больше, чем спасение одного человека. Помочь маленькой Софии справиться с серьезной болезнью может каждый из нас. Для этого достаточно зайти на сайт благотворительного фонда «Искорки добра» и сделать пожертвование. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.